13 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Накануне суд поставил точку в громком процессе пенсионера из Жодина. 63-летний Евгений Шульга был признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса – убийство и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. Подсудимый также обязан выплатить потерпевшей стороне моральный иск в размере 60 тысяч рублей. Поскольку дело получило широкий резонанс, каждая из сторон этого судебного процесса настаивает на своем. Мы же постараемся еще раз, без купюр, вспомнить это громкое дело и беспристрастно показать позицию каждого. Последнее слово обвиняемого, интервью с потерпевшей стороной и комментарий прокурора в нашем следующем материале. Когда последнее слово обвиняемого было назначено на утро, мало кто предполагал, что уже в середине дня Фемида вынесет вердикт по этому громкому делу. Как и на первом заседании, стороны сказали, что пообщаются с прессой лишь после приговора суда. Нарушить молчание попытался обвиняемый, но уже в самом начале беседы его слова перебивает отец убитого Дмитрия Коваленко. Противоположная сторона жалобы. Не в лодку! Тише! Твое какое дело? Этот момент хорошо отображает, в какой накаленной обстановке проходило не только это судебное заседание, но и в каких сложных отношениях на протяжении последних 8 лет находился обвиняемый и потерпевший. Напомню, отношения между родственниками испортились в 2009 году, когда в ДТП погиб Александр Коваленок. Смерть близкого им человека разделила родственников на 2 лагеря. С одной стороны, в суде выступали вдова погибшего предпринимателя Снежана и ее отец Евгений Шульга, с другой — родители Александра. Позже их стал представлять младший сын Дмитрий. После многочисленных судов имущество было разделено следующим образом. Вдове и дочке погибшего отошли магазин, нежилое помещение под торговую точку, грузовой автомобиль, Мерседес, земельный участок, коттедж 500 квадратных метров и автомобиль Opel. Родителям Александра досталась 4-комнатная квартира и товар в арендованном магазине. Однако тяжба продолжилась. 14 декабря 2017 года около 11 часов в магазине «Сантехстрой» в городе Жодино на почве личных неприязненных отношений умышленно, противоправно лишил жизни гражданина Коваленко из обреза охотничьего ружья. Также в вину вменяется совершение незаконных действий в отношении указанного охотничьего оружия и 21 патрона к нему. В итоге подсудимый был признан виновным по обоим фактам. Что же касается второй статьи, которая вменялась обвиняемому, убийство, то по ней он также признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Подсудимого также обязали выплатить потерпевшим моральный иск в размере 60 тысяч рублей. Отмечу, что потерпевшие заявляли сумму в 300 тысяч. Я буду обжаловать. Просите разрешения дать интервью полностью по всему. Пока же обвиняемый думает над тем, что именно ему рассказать журналистам, если такой шанс появится, высказать свое мнение обо всем случившемся согласилась вдова погибшего Дмитрия Коваленко. Во время судебного процесса женщина была в статусе потерпевшей. Вот суд и разобрался. Нам всем давно очень хочется прекратить все эти наследственные разбирательства. Я очень надеюсь, что этот человек и его семья оставят меня и мою семью в покое. У нас произошла страшная трагедия, и для нас это невосполнимая утрата. Родители лишены смысла жизни. А я еще потеряла не только смысл жизни, но еще любимого человека, свою надежную опору и защиту. А вот вдова Александра Коваленко, она же дочь обвиняемого, после приговора от интервью воздержалась, аргументируя свою позицию тем, что пока к разговору с журналистами не готова. Зато пообщаться с прессой изъявила желание подруга семьи Коваленок Ирина. Это невозможно. Когда нам сообщили, что Диму убили, это был шок. Потому что мы все, понимаете, нам никто даже не сказал, кто, но все после этого сразу знали, кто, потому что мы неоднократно это все слышали. Как сказала Наташка, когда ей сказали, что это огнестрел, что это его убили, она говорит: первое, что я сказала, это Шульга, больше некому. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке. Юрий Шевчук, Елизавета Локотка, Зона X.